объяснить тому, кто с нами не был, какая здесь стояла тишина, как с грохотом на нас упало небо, в которое нас бросила война. Я помню всех, кого сегодня нету, кто рядом шел наперекор судьбе. Они ушли однажды в это небо, и небо их оставило себе. Мне допели, не договорили, нам каждая минута дорога. И поднимая в небо эскадрильи, летим на запад, чтобы бить врага. Давай с тобой выпьем за победу, она придет немного, погоди. Внизу наш дом, а это наше небо, мы никому его не отдадим. Продолжение следует...
Что там у вас? Кто старший? Я, младший лейтенант Петров. Вам помощь нужна? В той стороне леса сел немецкий летчик. Так. Расстояние метров 300-350. Нужно прочесать лес, далеко он уйти не мог. И в следующий раз, товарищ младший лейтенант, обращайтесь, пожалуйста, по форме. Есть, товарищ капитан. Горохова? Да. Сколько дееспособных солдат у нас осталось? 4 водителя с оружием, остальные ранены. Значит так, вытаскиваю всех из машины. Есть. Ребят, выходите. Личный состав, который в состоянии передвигаться и оказать помощь в поисках парашютиста. Ко мне, бойцы, в одну шеренгу становись. Есть. Кроме тебя и тебя. Давай, давай, братцы, поторапливайся. Водители, вооружите всех раненых, чем сможете. Ладно. Давайте. Итак, товарищи бойцы, интервал в цепи 3-4 метра друг от друга. При обнаружении парашютиста постарайтесь взять живым. Есть. Все ясно? Так, точно. Точно. Направо! Шагом марш! Товарищ капитан, нельзя же так! Да хватит уже, товарищ капитан. Товарищ младший лейтенант, выставить охранение самолета, пленного доставить в распоряжение авиаполка. Есть, товарищ капитан. Примите арестованного и сопроводите к начальнику особого отдела. Здравия желаю. Заждались тебя, Лида. Открывай. Есть. Поехали. Пленного допрашивают? Да, с утра сидят, пока не очень. Молчит? Да нет, переводчика же нет. Там Васильевич со словарем пытается. Здесь что? А, вот карта путей. Здесь станция. И все? Все. Не густо. Товарищ комполка, я уверена, что их бронепоезд с этой станции ходит. Вот видите, здесь кустами замаскировано. Это склад, боеприпасы. Ну что им там еще в лесу маскировать? По-моему, это вы маскируете скудность добытой информации, с учетом того, какой она ценой досталась. Так, ладно, Паш. Задание выполнено. Результаты отправляем в штаб. Пусть они разбираются. Тень. Что? Вот тень. Вот. Вот бронепоезд. Точно. Здесь худые на нас свалились. Крокодилы этого прикрывали. Ух ты, глазастая какая, а? Молодец. Товарищ подполковник, решите обратиться? Да. Тут вот, расписаться надо. Письмо родным написала? Нет еще. Скажешь, когда будет готово. Так, Лида, Паша, расписываемся. Угу. Все свободны? Есть. Есть.
Срочно в штаб. Ну, а это потом. Есть. Это чтобы немец с воздуха хвала не увидел. Вот это рухлядь. Неужели на этих гробах летать будем? Как пить дать? Скажут, что мы салаги. Никто нам новые машины не доверит. Это Дмитрий. Хорошего пилота. Спасибо. Правда же, Боря? Ребята. Здравствуйте, товарищи новобранцы. Вольно. Товарищ капитан, а когда будут практические занятия? Сейчас и будут. Все за мной. Запоминайте, потому что повторять я не буду. Учить вас некому, да и некогда. Видно, прямо на этих гробах. Ваша основная задача – сохранить целостность машин. Истребитель – вот наша основная ценность. Не вы и не я. На Яке. На Яке пойдем. Как по-вашему, какой главный прибор в истребителе? Повторяю вопрос. Какой главный прибор в истребителе? Ручка управления. Еще версии. Ну как, плоскости? Ваши глаза. В небе крутите головой постоянно, непрерывно. Со взлета до посадки. Вмяться и затрите себе шею воротник. Сами уцелеете и машину сбережете. На минуту отвлеклись, вы мишень для противника. С теорией все. Вот ваши машины на сегодня. Задача такая. Выруливаете на взлетную полосу. Максимальная скорость, как при взлете. Там торможение. На той стороне пули развернулись и обратно в том же порядке. Летать с бетонки вам вряд ли придется, поэтому учитесь маневрировать с машиной на кочках. Вопросы есть? Никак нет. Никак нет. Никак нет. Первый пошел, остальные за мной. Здравия желаю. Есть от винта. Как ты? Жив? Да отстаньте! Что, колеса просушить решил? Маслов! Маслов! Борь! Пусть идет. Перебейся, вернется. Сержант Бестужев для дальнейшего прохождения службы прибыл. А почему, сержант? Не успел закончить? Да, везет нам на молодежь, так везет. Летать-то умеешь? Ну, долетел как-то. Умник, да? Так точно. Товарищ майор, где я могу найти командира полка? В штабе.
Спасибо. С тобой все. Следующий. Есть. Вот так. Смотри. Разрешите? Войдите. Товарищ подполковник, сержант Бестужев для дальнейшего прохождения службы прибыл. Рад. Подполковник Онищев Виктор Степанович. Это замкомандира полка по политработе. Капитан Терентьев. Илья. Наконец-то комдив услышал мои молитвы. Опытных бойцов почти не осталось. Один молодняк шлют. Садись. Им учиться надо, а не воевать. Но у меня на новых машинах тоже налет небольшой. Да ладно, кто на ишаках вместе разбивал, тут на любом самолете полетит. Так же? Так точно. Короче, рад. Устраивайся. Есть. Не было хлопот. При слове недобитка. Паш, давай договоримся так. Для меня он опытный летчик. Истребитель. Каких мало. А все, что вокруг да около, меня не касается. Хорошо? Хорошо. И все-таки я бы за ним присмотрел. Ну вот и присмотришь. Пойдешь к нему ведомым и присмотришь. Ну, спасибо тебе, Виктор Степанович. Хорош, ты мне подарок подсунул. А если он к немцу уйдет, меня по трибунал? А вот насчет этого я спокоен. От тебя-то он точно не уйдет. Да. Все, Паш, давай работай. Маме? Илья? Борис. Не подскажешь, какая койка свободная? Та в углу. А. Давно? Два дня назад сгорел, заживо. А это что? Лобстеры. На каком это? На китайском. Фашистов читаешь? Вообще-то это Фаустгют. Товарищ, будьте любезны, верните книгу обратно. Значит, в топку его. Извольте мне вам сказать, что первыми книги в топку бросали именно фашисты. Понял? Успокойся, хватит уже. Здравствуйте, товарищ. Здрасте. Здрасте. Илья. Михаил. Расскажи этой товарищу капитану. Я на занятия больше не приду. Весело тут у вас. Летаете так же? Давай, одна нога здесь, другая там. Есть. Ну что, только в расположение вошел уже драка. Виноват гражданин сотрудник особого отдела. Давай только без этого. Гражданин, сотрудник. Помощь нужна. Мы тут немца допрашиваем. А переводчик так, одно название. Сидит со словарем, лоб морщит. Поможешь? Разумеется. Вот за это спасибо. И вот еще. Я тебе плохого не желаю. А вот с остальными поосторожнее. Люди разные. Да и со мной лично не болтай, мало ли услышат.
Ну вот. Да, кстати, немцы в сарае допрашивают, они в курсе, можешь идти. Есть. Угу. Проклятие. Сколько можно повторять? Вы же ни черта не понимаете из того, что я говорю. Проклятие. А, ну не понимает он меня. Разрешите, сержант Бяс прибыл для перевода. Ваше имя, звание, воинская часть. Отто фон Краузе. Старший фельдфебель. Третья эскадрилья Люфтваффе. У вас хорошее произношение. Где вы так хорошо выучили язык? В семье говорили. Вот так. Мне кажется, у вас была необычная семья, не так ли? Вы о чем? Спрашивают, откуда я знаю немецкий. Я сейчас. Пусть покажет на карте дислокацию своего полка. Садись. Где расположен ваш полк? Вы не похожи на своих товарищей. Они ведь не понимают, о чем мы говорим, верно? Может быть, мы найдем, о чем поговорить? Вы не против? Пытается вербовать. Отвечайте на вопрос. Подождите. Сначала я хотел бы поговорить с летчиком, который меня сбил. Он сначала хочет поговорить с летчиком, которого сбил. Позови капитана. Если мистер у вас на хвосте, стратегия ухода одна. Резко вниз. Не вверх. Вы подставляете под удар всю площадь самолета. Только вниз. А дальше действуйте по ситуации. Либо в бой, либо отходите по холодку. И не пытайтесь играть с ходом в догонялки, только топливо зря сожжете. А масло где? Товарищ капитан, разрешите обратиться? Обращайтесь. Старший лейтенант Филиппов. Вас ожидает замком полка. Ждите. Ли, такое дело. Ты мне пистолет отдай. На всякий случай. Разрешите войти? Входите. О, ich freue mich. Рад снова встретиться. Hätte ich nicht Никогда gedacht. Бы не подумал. Он рад новой встрече. Ehrlich gesagt, честно говоря, вы первая женщина, с которой я познакомился в воздухе. Он никогда еще в небе не встречал женщину, был у него первая. Передай, что других у него и не будет. Других у вас уже не будет. Как знать? Сегодня ты, завтра тебя. Таковы правила. Скажите, что за странная тактика? Как вы могли знать, что я отверну? Ему интересна ваша тактика. Он спрашивает, как вы поняли, что он отвернет? Отвернет он или не отвернет, мне без разницы. А тактика простая. Увидел немца, бей. Die Taktik ist einfach. Тактика простая. Увидел немца, бей. Отвернет он или не отвернет, мне без разницы. Хорошо. Переведите, пожалуйста. Вы очень отважная девушка. Очень отважная. Он говорит, что вы очень отважная девушка. Разрешите идти? Идите. Есть. Ну что, господа, что вас интересует? Задавайте свои вопросы. Стоять. Ты что, думаешь, в санаторий попал? Письма писать вздумал?
Будь ты о чем писать, тогда и напиши, а сейчас за мной. Я не пойду. Кругом. У меня 6 часов налета всего. В училище бензина нет. Теория одна. Я вашим наврал, на фронт хотел. Думал, справлюсь как-нибудь. Уж извините, не справился. И что, теперь по кустам? Рапорт вот. В пехоту пойду фрицев бить. Я тебя отсюда только под трибунал выпущу. Должен летать будешь и точка. Направо. Есть. Шагом марш. Закатывай, готовь на ремонт к селёдке. И трамбовку, трамбовку захвати. Есть. Здравия желаю. Работайте. Летчик, не забудь при взлете включить электропомпу. Не спутай тумблер выпуска шасси с тумблером выпуска щитков. Механик, перед пробой мотора поставь колодки под шасси. Читал? Так точно. Писал. Ну, вешай на место. Слушаюсь. Детский сад. Товарищ подполковник, разрешите обратиться? Разрешаю, товарищ капитан. Косматый! Давай на посадку! Косматый, иду на посадку! Порядок. Вроде в огороде. О, полюбуйся. Тебя чему учили в твоем училище? Самолеты гробить? Что ты молчишь? Правильно, молчи. Попробуй мне только слово сказать. Молодец. Виноват, товарищ подполковник. Скорость страну убрал. Руки ему оборвать. Ладно, Паш, не кричи. Так, смирно. Значит, техники. Заменить самолет. Есть. А вы все по одному. Коробочку вокруг аэродрома. И без выкрутасов. Взлет, круг, посадка. Понятно все? Самоубийцы мне не нужны. Если кто в себе не уверен, говорите сейчас. У меня в штабе работы полно. Вольно. Выполнять.
товарищи лейтенанты. Выровнял высоко. Типичная ошибка для всех новичков. А ты у нас кто, ас? Об этом только на втором свидании. Скажите, вообще, я сейчас, а у вас мессеры тут часто встречаются? Встречаются. Первого сбитого посвящаю вам. Смотри, как бы тебя не сбили. Что вы такие суровые, а, девушки? Девушкам суровость не к лицу, правильно? Тем более летчицам. В уставе нет такого слова летчица, летчик. Для тебя, лейтенант, товарищ капитан, ясно? Ясно, товарищ капитан. Свободен. Есть. Товарищ гвардии подполковник, младший лейтенант Каразбаев учебный полет выполнил. Отлетал неплохо. Все так себе. Свободен. Есть. Кто следующий? Разрешите еще вылет, товарищ подполковник. Выравниваешь высоту. С тобой потом. Ты себя и так уже сегодня показал во всей красе. Товарищ подполковник, разрешите мне? Валяй. Есть. Вольно. Дементьева. Я. Молодец, Андрей. Слетай по линейному маршруту. Так. Покрутись вокруг самолета Титова. Ну, мало ли что. Есть. Ну, вдруг. Есть. Выполняй. Да. Сейчас Ленька класс покажет. Пошли. Разгонит тут всех. Здрасте. Так, здравия желаю, а не здрасте, салага. Есть. Давай. Товарищ гвардии подполковник, младший лейтенант Шугаев учебный вылет закончил.
И штупор вышел хорошо, и приземлился чистенько. Молодец. Теперь еще двое суток на губе посидишь в флаке, чтобы мозги прочистить. И совсем славно будет. На гоп-вахту, шагом марш. Есть. Так, вольно. Извини, дорогая. Свободны все. Свидание на пару дней придется отложить. Шугай. Я. Она сегодня ведомого потеряла. А ты, дурак, прицепился к ней, как репи. Так я ж не знал. Ну, а теперь знаешь. Свободен. Есть. А? Вот сокол, а? Все, как Литовченко сказала. В общем, там сгорело все. После такого не выживают. Понятно. Идем, подтвердишь потерю машины в штабе. Хорошо. Травушка, муравушка зеленкая. По мне по улице не хожи поди. Травушку, муравушку не. Лит. Зря ты с новеньким так. Он ведь совсем ни при чем, да и симпатичный. А ты его из всех орудий. Тебе надо, ты с ним крути задом. Ну вот еще. У меня Дима есть. Есть, да вышел весь. Какая ты вида бываешь невыносимая. Это от того, что почта еще не прилетела. Потом письма разом придут. Ага. Лид, там твоего повели. Девчонки, пошли посмотрим. Этот Володю сбил. Ни черта не успокаивает, а? Учите всякой ерунде. А ты не психуй. Ты спокойно. Одна прямая, три обратные. Первая пятерка. Направо. На ряду. Вторая пятерка. Налево. Снаряду. Упражнение. Приступить. Второй пошел. Быстрее меняемся. Нашел девушку. Она ас. Шесть сбитых. У нее орден Красной Звезды и Отечественной войны второй степени. А всю эту романтику она на дух не переносит. Подходит. А вообще, как народ-то? Нормальные. Вот только замполит, скотина, самолеты сбитые себе приписывает. Учтем. Они у вас с особистом поди парочка. Ты что? Благоза тут еще мужик. Столько наших прикрыл. От верного трибунала спас. Ну, а батя? Кто еще мужик? Эй! Алло, Бордо! Да в глаза вроде пока никто не жаловался. Вольно.
Вопрос к тебе есть, Шугаев. Ты где так летать научился? Так это, без лишней скромности, способный я. Для меня это как на велике гонять. Ну-ну. Только с велика падать ближе. Иди, Бордо. Свободен. Есть. Дверь закрой. Ага.